У меня нихуя не работает, блядь. Мне пизда. Здравствуй, грязное лобби. Все грязные заходят. Жопа твоя грязная, заткнись. Мы видишь, как быстро грузимся, у нас ничего нету. Нормально так подкинуто всяких вот приколюх. Да фу, я специально его поставил, чтобы это не играть. И, блядь, ай, ай. Ну, юзайте свитер, давай. Хочешь хуёк? Скажи, не слышу. Джейсон. Why won't you fucking die? Сука, скачерки, блядь! Шалавы. Да меня это бесит, почему я уже почти 6 лет играю, почему я играть не умею, идите нахуй, заебали. Ну давай я сделаю вид, что ты только за четверку умеешь, типа я скажу, ну это тройка была. Я сам поставлю четвертого Джейсона. Я встану, упадут все. А ты выбрось Китсуна, Китсуна починит за секунду. Да этих, как вот двух дураков аннигилируем. Так зачем ты ухилишь? У него бесконечные хилки. Нет, у меня бесконечно. Столько, сколько на карте максимум у него. Если захочешь. Да какие? Идите, боже, идите нахуй с ними. Столько, сколько на карте, блядь. Столько, сколько на карте, блядь, у вас нет. Толчок обнес его и все просто. Не знаю, сам хату не пошел еще что-то это ливнул. Боже, у меня маска не слезла, да идите вы нахуй. Сейчас бы до хаты дошли, все бы нормально было. В чем проблема? Не понимаю. Ой, ну не для тебя ж я это несла, ну ёб твою мать, Марик, пошел нахуй. Да он, блядь. Марик, а как у нее ник читается? Ну-ка скажи. Ну ты называешь ее Китсан. Я Китсуня. Марик, еще раз. В смысле? Ты слышишь пиздану? Стой, я тебя зову Китсуня. Ну? Дайзер зовет тебя Китсан. Нет, я Китсуна зову. Да-да. Вот и пиздишь. Кто пиздит? Ты. Ты. Ты перемотай, где я у полиции стоял, как ты сказал, и у них читается. Сам. Да зачем? Наебать меня хотел? Я тебя правильно понял? Он сказал, что тебя Китсан надо называть. Марик! Я сказал Китсуня, Я перемотай, посмотри. Слушай, гляну. Ты знаешь, что ты наёбщик. Поймите мне, пожалуйста. Я зайду, посмотрю, что за дичь. Марик, поставь блок. Поставь блок, Марик. Ну, ко мне повернись-то. Ё-моё. Ты что, забыл, как играть? Спасибо. Извиняюсь. Я забыла, Марик, прости. Так, Дайзер, не смей. А ну-ка, ой, это можно за свитером сходить? А где твоя хижина, Марик? Ну уже поздно, блин, уже слишком поздно. Почему? Я не выдержу без хилки дойти туда. Блядь, где я? Что за кусты, блядь? Уйди! Я в кустах была. Имей совесть. Не приставай к девушкам в кустах. Марик, тебя мама не учила хорошим манерам? Так как ник-то читается? Можешь повторить? Китсуна. А он не так сказал. Марик. Заебал, пиздец. Это ты меня наебываешь. Ты людей подводишь. Да? Да. Марик, ты пиздобол, оказывается? Новый грешок. Давай, повыебывайся.
Надо утопить тебя еще раз. Повтори. Как ты меня назвал? Марик. Суя. Неправда. А если я сейчас стрим посмотрю? Можно мне тайминг? Нет, Марик, так это не работает. Ты это прекрасно знаешь. Марик, ты стимулируешь меня просто посмотреть стрим, этот тайминг? Если это так и будет, сука, ты же знаешь, что с тобой будет потом. Либо на бестфейме, либо в обычном лобби. Ладно, я сейчас повторю, посмотрю. Признавайся. Вот я сейчас пересмотрел, все слышно, вот сейчас в прямом эфире было. Китсан, он сказал. Ой, сейчас я зайду. Дита. Китсан. Это да. Китсан. Да этих, как вот двух дураков. За секунду. Китсан. Ну все, я уже много раз повторил. Сию моменту. Бляха, водила від Бога, дай хоч сісти. Господи. Давай бежать, ти тільки мене не будеш шукати, перший його забий, якщо що. Та я тобі не треба, перший машиніста забий, він прям дрифтер. Блять, я Джейсон сразу. Сход. Простите мене. Ой, нам всім как зда. Блять, как зда. Скибиди папа. Он сказал 160 тут пинг, ага. У меня тут больше пинг, у меня получается 200 пинг минимум. Если я блок поставить не могу. Пиздец, короче. Вот кого они сейчас ударили? Я уже ушел. Блять, идите нахуй с таким пингом играть. Мне пизды сейчас дают просто. Я ливну просто и все. Охуеть. Ну ладно. Ты видишь, стена на месте? Я прошел стену. Какой момент был? А, момент был? Момент был. Хуеть можно, блядь. Куда я попал, блядь? Тут даже ешка не высвечивается. Под ножиком. Сами понимаете, да? Где я играю? Тут ножики не берутся просто. Вот с каким пингом играть надо. Тут ножиков просто нет. Че, не починилось ничего? Да вы хорош угорать надо мной уже. Ешку включите мне, удар включите хотя бы. Маску верните мне. Я ливнул. Нахуй так играть, блять. Без ешки, без удара, блядь. Они хилки себе высрали откуда-то. Да потому что вы, блядь, читаки испугался. Ну а что мне делать еще? Почему у меня ешек не было, блядь? Я не, даже ножи взять не мог, я нихуя не мог сделать. В часке сидите, давай еще раз сыграю. Помогай. Вызывайте скорую. Негров нету, да. Заговор. У кого-то 2000 часов он свитер берет, типа, в начале игры или что? Это байт был все-таки, я понял. Я не ожидал просто. Я тебя понял, ладно. Блять, моя лодыжка. Не ломайте дом, блять! Сука! Похуй. Писать членом. Блять. Она тебя похерила, а ты ее.
You can never die. Я себя похилила чисто, больше хилок нет. К сожалению. Да вот, блядь, нет. Чего? Боже, блядь. Ножики кончились. Я подумал, что у меня еще и ножики не работают, а это они кончились, просто забей. А, у тебя стамина нет? Давай, подеремся. Слава богу, блин. Или как? Блядь, ну ты серьезно? Блять, кто шутит? Да, норм, конечно, норм играют. They come for me, Jason. Don't let them take me. Stop them. Please, no! Бля, даже один капкан поставить не могу, алё. Хотя бы так поставим, да? Хорошо. Это мне нравится. Блядь, надо было его закликивать сейчас. Пиздец. Вы охуевший, что ли? А, мне пизда. Ну, с пингом похуй, ладно. Блять. Я понял. Ой, блять. Блять, то в капканы наступает, я понять не могу нихуя. Да, пизда. Надо ножи набирать. Пиздец.
Ебашь кролика. Хороший совет. Спасибо за совет доливать. Блять, там еще двери. Ладно, похуй. Блять, у меня нихуя не работает, блять. Мне пизда. Пиздец. Слава богу, блять. Я хуй знаю, как у меня маска еще на месте, блять. Охуеть. Повезло так повезло. Да, блядь, ну нож, я знаю, что нож есть. Поэтому я кликаю. Зачем мне нож из шеи вытаскивать? Ну я в маске до сих пор в любом случае. Так как не орать-то, блядь, когда такая ситуация уже бывает, пиздец. Ну, слава богу, я показал, что я с пингом могу, блядь, здесь сыграть хотя бы. Ну, конечно, до снятия маски надо сражаться, блядь. Чё ещё делать? Ну, блядь, когда у меня там нихуя не работало, там момент был. Я думаю, там поняли. Это пиздец просто. Согласен. Мне там хиты дают через метр. Не, это хорошие... Бля, ну вы очень хорошо играли на самом деле. Да, особенно я слился как бомж, блядь, на автомобиле. Я в конце был смешнее. А кот у нас местная киберкотлета, кстати. Он молодец. Ну, я понял тоже это.